Настоящий медицинский подарок в Сочи. Там открылся новый перинатальный центр. Оборудование по последнему слову техники. Есть все, чтобы мама и малыши чувствовали себя максимально комфортно. О долгожданном событии. Алена Евтюкова. Сочи. Демографический подъем в год. Почти 8 тысяч родов. Город второй по их числу в крае. Современный перинатальный центр был необходим. Сдача объекта переносилась несколько раз из-за смены подрядных организаций. Теперь достроили, установили оборудование и готовы принимать пациентов. Евгения на 8-м месяце. Первая долгожданная беременность. Чувствуем себя отлично. А тем более само осознание того, что наконец-то запускается наш новый перинатальный центр. И то, что у нас есть все шансы появиться на свет здесь. И дышится легко, просто и достаточно светло. Высокотехнологичную помощь в центре смогут одновременно получить до 130 рожениц. А в таких реанимационных залах будут выхаживать новорожденных весом от 500 граммов. То оборудование, которое есть здесь, это позволит выхаживать этих детей. И я думаю, то, что делали мы раньше в условиях перинатального центра такого же уровня и такого же класса в Краснодаре, то теперь эти дети будут находиться здесь. Условия для нахождения и ребенка, и матери, конечно, они несопоставимы с теми, которые были. Это наша операционная. Автоматические двери, все такое красивое, чистое. Женская консультация, родовые, отделение патологии беременности, экспресс-лаборатории. Не всегда беременность проходит гладко. Здесь возможно делать сложнейшие операции и мамам, и появившимся на свет детям. Раньше операционной для новорожденных в Сочи просто не было. А это даже со своим особым микроклиматом. Особые условия чистоты воздуха в этом помещении. Да, они, ну, будем говорить, идеальны. И для новорожденного, несомненно, это одно из важнейших условий. Все остальное оборудование заточено на то, чтобы оказать ему неотложную помощь. Это и мониторы слежения, это и аппарат искусственной вентиляции легких. В ожидании малышей девушки осматриваются в новеньких палатах. Они уже мамы, поэтому сравнить есть с чем. У нее мальчик, потом девочка, а у меня девочка, теперь будет мальчик. В старом роддоме нас тоже принимали хорошо, старались изо всех сил даже с тем, что есть, ну, потому что хорошие врачи, опытные. А ну, теперь тут, наверное, при таких, да, благоприятных вообще в тысячи раз условиях, как бы очень с удовольствием сюда все будут ходить. Счастью, здесь обязательно быть. Впервые сочинцы и жители близлежащих районов смогут бесплатно воспользоваться услугой ЭКО. До сих пор такую процедуру по полису ОМС можно было получить лишь в Краснодаре, либо платно в частных клиниках. Алена Евтюкова, Валерий Рябжанов, Кристина Иванова и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.